Всем привет, дорогие друзья, с вами Данали. Вчера в Star Stable Online вышло очередное дополнение, и нам добавили... Нет, простите, нам обновили новых лошадок. Нам обновили юринских пони. Это очень классно. Я рада вас приветствовать, и хочу вам показать то, как они сейчас выглядят. Давайте посмотрим. В данный момент всех пони убрали с... баржи, которых продавала Форпинта, и поставили 3 новые лошадки. Да. Они очень милые, классненькие, и, если честно, я до сих пор сомневаюсь, кого из них брать. Даже пришлось обращаться к совету друзей. Но они выбрали все вместе один вариант, о котором я скажу вам чуть позже. Значит, у нас есть гнедая лошадка. Все эти пони стоят 350 СК. У меня 714, да, мне даже на 2 хватит, но сегодня я буду покупать только одну. Вот. Есть такая гнедая милая лошадка, очень, очень хорошая. Но они для меня все очень хорошенькие, такие симпатяшки. Прям я никогда не думала, что мне будет так катиться пони даже в игрушке. Они вот такие маленькие, у них очень классная анимация. Ну, что касается прыжков и всего остального, я еще не знаю. Вот такие милые мордочки, все, да, вот такое... Такие хорошенькие. Так, потом у нас еще есть светло-серое в яблоко. Тоже очень милая лошадка, посмотрите. Да. Они такие классные. Посмотрите на эти кристальные глазки. И эту мордочку. Я не знаю, у меня точно будет больше одной пони, видимо. Вот. Потом есть еще... пони, которая создавалась, скажем так, благодаря нам всем. Ну, может быть, и не вам, а тем, кто хотел, кто принимал участие в создании этой пони. С помощью Инстаграма, насколько я знаю, во время прямого эфира Star Stable Online. Это вот эта бегая пони. Извините, что шмыгаю, потому что снимаю рано утром. У нас еще заложен. Это бегая пони, у нее двухцветная грива, одноцветный хвост. Да. А, нет, смотрите, он тоже с переходом от белого к черному. У нее 3 белых гольфика. И как бы, извините, я просто не знаю название пятнышек, но, в общем, у нее вся мордашка вот такая, большое белое пятно и розовый носик. Так, насколько я знаю, насколько я просто видела, вот здесь вот у нее такой очень интересненький узорчик, как будто символ друидов. Вот. В общем, сегодня я буду покупать одну из этих пони. Мои друзья все в один голос сказали, брать вот эту бегу. И я не знаю, потому что... Ой, ты танцуешь? Ты хочешь, чтобы я тебя взяла? Ну, я даже не знаю. Они все настолько классные. И гнедая классная. И вот эта светло-серенькая тоже хорошенькая. Честно, я, наверное, хотела бы взять гнедую. Но, учитывая то, что эту я бы тоже в итоге бы взяла, потому что она очень классная, она не похожа ни на одну лошадь, пони из тех, что были до этого в ССО, потому что она нестандартной внешности, и это очень классненько. Да, сейчас у меня я на русском сервере, на русском языке в игру зашла, но я буду их называть на английском языке, поэтому подождем, пока я перейду и буду называть. Так, мы перешли на английский язык, тут у нас уже ждет друг из клуба. Вот, конечно, она не помешает. Я в нее въехала. Вот. Итак, мы остановились на том, что мы будем называть эту лошадку. Так, надо слезть с лошади с нашей, чтобы посмотреть еще раз.
Но эти пони, они все такие очаровательные, что им просто сложно отказать. Поэтому, наверное, да. Сейчас я смотрю, я просто влюбляюсь, и тем более в данный момент стиль моих персонажей просто идеально сочетается с этой поняшкой. Ладно, покупаю. By horse. Они все няхи. Так, надо подумать, каких названиях, каких лошадок у меня еще нету. Так. Ну ладно, в общем, встретимся, когда я ее уже назову. Я думаю, что я наконец-то нашла имя для этой пони, потому что, честно, идеи про то, как я ее назвала бы, у меня не было. Да и какую пони выбирать, вы сами видели, я еще не знала. Я решила назвать ее Spirit Angel, свободный, ну, как бы, дух ангел, но в моем понимании она будет свободный ангел. Да, это девочка, хотя я не знаю, я смотрю просто, я не понимаю, девочка, мальчик. В общем, Spirit Angel, ладно, пусть это будет мальчик. Итак, называем. Да, мне передвинул тут. Простите. Так, все, нажимаем. Поздравляю с твоей новой лошадью. Как это мило. У меня появилась новая милая пони. Это просто волшебное чувство. Купила. Я ее купила. Это повезло, потому что они стоят недорого, и как бы я не тратила СК, думая, что, ну, накоплю на новую лошадь. Вот, это просто волшебное чувство. Да, я тут на началке катаюсь, потому что захотелось. Пойдем смотреть мою новую лошадь. Встретимся, когда мы уже приедем на ферму Стива. Мы доехали, и я захожу в свою конюшню, там, где меня ждет пони. Жалко, что у меня все места, конечно, заняты, и у меня, ну, лошади теперь стоят на пастбище. Ой, какой бардак. Ой, какой бардак, простите. Могу убраться. Yes. Так, это у меня две пони, можно сказать, стоят. Так, куда бы ее поставить? Нам, наверное, вот сюда вместо ловкого тумана. Где? Вот она. Это классно, волшебно. Она такая милая. И то чувство, что она стоит теперь не где-то там на персе, а у меня в конюшне еще больше просто превышает мою любовь к этой лошадке. Так, давайте посмотрим, как она... как чистить. Ну, ладно, анимация чистки оставляет пока желать лучшего. Как она пьет. Так мило. Так мило. А как ты кушаешь? А, задержалась немножко, ладно. А, ну кушает она так же, как и пьет. Ну да, аналогично. Это понятно. Задерживается немножко анимация, ладно. Так, чтобы на тебя одеть. Надеть. Так. Потому что обычный комплект, я думаю, я не хочу на нее одевать. Так. Я ничего не вижу еще. Вот это раннее утро в ССО, когда освещение мне вообще не нравится. Так, давайте так, что ли, смотреть. Комплект какие-нибудь тут есть? Ну, так, это все вестерн. Это VIP.
Не, ну вот этот комплект я, конечно, могу на нее одеть, но это издевательство над поняшкой. Так. Так. О! Да, кстати, я одену на нее вот этот вольтрап. Ну, а уздечки, ну, сниму, наверное, со своей началки сейчас все остальное. Так, подковки, седло, вольтрап, уздечка. А, ну, вольтрап уже. Ну, ладно, посмотрим. Спирит Энджел, простите, мой английский. Так, вольтрапик. А, точно. Простите, я так хочу просто уже все на нее пробовать, что уже не слежу за собой. Так. Такой просто... Он так гигантский на ней смотрится, просто соотношение мне непривычное. Так. Да, пожалуй, вот это. Боже, как на ней мило выглядит седло. Так, а что с уздечкой? Боже! На всех новых лошадях, я думаю, уздечки будут выглядеть просто замечательно. Так, у тебя начальные подковки. Ладно, я пока не хочу их у тебя удалять, пусть они у тебя так и будут. Так, берем. А что ты не хочешь? А, вот. Берем, выводим. Ой, какая ты хорошенькая прям. Просто волшебная лошадка. Садимся. Я не чувствую, как будто это пони. Чувствую, как будто это обычная лошадь. Она не выглядит какой-то маленькой, скажем так, сокращенной. Она выглядит как пони. А, утренняя пробежка. Ой, какая же она милая. Посмотрите. Новая анимация лошадей Star Stable. Это просто чудо. Это подарок игрокам. Спасибо тем людям, кто пришли в ССО. Или ну, просто кто этим занимается. Вы делаете огромный подарок людям. Так, давайте посмотрим, как она... Вообще посмотрим просто на ее аллюры. Такая смешная рысь. Она именно смешная, но в хорошем смысле. О господи, я влюбилась в эту лошадь. Можно я теперь всегда на ней кататься буду на все тренировки? Так, простите. Так. Значит, рысь манежный. Ух ты. Просто волшебный манежный. У нее так... Простите, у нее так челка в сторону, когда она бегает. Так, а если... Ух ты! Какая у нее какая она быстрая! Это первый левел? Это первый левел такой быстрый? 6 скорость вроде бы. Да, 6. Такие милые дыбы! Они все, они волшебные, они просто. Так, а что еще? Прыжки. Надо посмотреть ее прыжки. Ну да, мне сказали, что у них прыжки, как у Лузитана на карьере, по-моему. Ну да, такой прыжок. Но тоже очень... Вот на ней смотрится он очень мило. Я тоже такую хочу, пойду куплю потом. Я чувствую... А.
Конечно, я чувствую, что у меня будет не одна, не один пони. О, боже. Все. Итак, друзья, мы купили пони. Она очень классненькая, красивая, просто до ужаса, до безумства. Вот у девочки тоже есть пони, но она светло-серая. Они просто... Они мега-мега милые, мега-мега няшные. Вот на их фоне Липецан уже начинает становиться реально какой-то устаревшей слегка моделькой. И это очень жалко, если честно. А если поставить англичанина, то он еще будет выглядеть старее. Ну, ничего страшного, как бы я думаю, что старые лошади у нас еще будут долго находиться в ходу. Вот. Вам спасибо большое за просмотр, что вы посмотрели меня, что вы поставили лайк, если вы это делаете, мне будет очень-очень приятно, потому что я снимаю это все для себя, но то, что вы оцениваете мои старания, мне очень приятно. Всем спасибо за просмотр, пока!